Всем привет, и это новый выпуск «Стадиум ЗМИ». В этом выпуске «Стадиум ЗМИ» мы продолжаем подготовку к экзаменам, а также выполняем все домашние задания. Приятного просмотра! Начну я этот выпуск с подготовки к обществознанию. У меня сборник начала 2020 года, и сегодня я буду решать 12-й вариант. Возможно, начну еще и 13-й. Итак, я уже подвела итоги, все проверила, и по итогам этого пробника у меня 24 балла, что очень странно для меня, потому что, как вы видите, до этого у меня было по 19, 21, а здесь уже 24, это прогресс получается на 5 баллов. Итого, просто посмотрите, у меня одна ошибка, то есть 2 нуля, и все остальное у меня по максимуму. Кто молодец? Я молодец. Кстати, совсем скоро нужно будет начать работать над проектом, начать хотя бы искать материал, потому что май за горами, уже декабрь. И вот по этой теме я буду писать проект. Это письменная работа, но у меня даже четкого плана нет. Нужно будет обсудить с классным руководителем. И, скорее всего, это все я буду снимать в стадии ЗМИ. И продолжая тему подготовки к экзаменам, у меня русский язык. Мы его в школе решаем, вот 10-й вариант, я его уже прорешала. И получается у меня 11-й. You doing,
собственно, домашняя работа по географии сделана. Кстати, я поменяла немножко почерк для конспектов. Теперь он выглядит гораздо аккуратнее, такой мелкий и красивенький. И мне очень нравится. А еще, если вы заметили, я изменила заголовки. Теперь они будут выглядеть вот так. Это основной заголовок, а это подзаголовок, так называемый, либо половина основного заголовка. Ну и это было все видео, я очень надеюсь, что оно вам понравилось, и вы не забудете повзаимодействовать с моим видеороликом, поставить лайк, написать комментарий, поделиться этим видеороликом с друзьями. Возможно, вы еще поставите колокольчик на уведомления о моем канале. Ну и всем пока!